Всем привет! Это такое первое видео в таком формате, когда я сижу у себя в своем офисе. И такой разговорный жанр, когда я с вами напрямую общаюсь. То есть, говорю непосредственно вот прямо вот сюда. Короче говоря, вы поняли, что такого еще на моем канале не было, и вот оно появилось. Зачем я это делаю? Я немножко хотел бы наладить коммуникацию с вами, с подписчиками, которые смотрят мои видео, которые пишут комментарии, ставят лайки. Первое, с чего бы я хотел начать этот разговор, я хотел бы сказать огромное спасибо всем людям, которые ставят лайки, смотрят видео, пишут такие очень классные отзывы и хорошие комментарии. Спасибо огромное. У меня на канале уже 1000 подписчиков. И это, для меня такой, очень приятный момент, потому что, когда я его делал, я просто не понимал, каким образом вообще люди будут находить меня и видеть. И у меня до сих пор эта проблема существует, но тем не менее, 1000 человек без какой-то рекламы, продакшена, коллаборации и так далее, они нашли, остановились и подписались на мой канал. Реально, ребят, вам огромное спасибо, для меня это очень важно и очень приятно. Приятного просмотра. Сейчас вы посмотрите бэкстейдж со съемок акустического видео группы «Вопли Видоплясова». Не забывайте ставить лайки. И еще раз спасибо вам огромное за подписки, за лайки, вообще за то, что смотрите, за то, что досмотрели этот ролик вот именно до этого момента. Мне очень-очень это приятно и важно. Спасибо, ребят. Спасибо. Да нет, спасибо. Всего хорошего. Да, все. Спасибо за ваш бизнес с нами. Да, спасибо вам. Все, с Богом. Всего Сегодня «Вопли Видоплясова» в Сан-Франциско, и мы снимаем их для моего проекта акустического в тачке. Вот. Не знаю, как во что все это будет развиваться, но пока ближайшее видео с Noizen MC, с Олегом Скрипкой мы снимаем в моей машине. Thank you.
entrance to this hotel, Villa Florence Hotel. We signed right there, but we don't know. Probably on that side. Maybe okay. On that side. Yeah. Thank you. Маш, привет. Как дела? Это Маша, это Коля. Коля, очень приятно, привет. Камермен. Камермен. А я водитель. Друзья, это Коля. Коля мой земляк. Жил на одном районе со мной и теперь трудится и работает здесь. Коля закончил в ГИК, он читал его оператор-режиссер. Сегодня мы вместе снимаем эту историю. Колян, поздоровайся с моими подписчиками. Привет, ребята. Смотрите нас все время. Мы будем чаще и чаще снимать акустические клипы ваших любимых исполнителей в интересной манере и стильном видео. Понятно? То есть мы сейчас расписываем, как мы ехать будем и снимать клип по Golden Gate. Мы будем ехать, может быть, медленно в самом правом ряду, вы будете то вперед. Смотри, вот да, ты едешь, да, вот у забора. Потому что таким образом мы фон моста увидим, да? Давай так, когда я буду ехать, когда вы будете сзади, когда я вас обгоню, я встану впереди вас. А мы тупо поменяемся местами. Вот так. Я стану впереди вас, а вы сзади меня, и будете отсюда уже упасть сюда. Вот такой кадр будет только на Golden Gate Москвы. Да, на Golden Gate. То есть это примерно тестовый мы сняли на Way Bridge. The video crew. Video crew. Алексей. Алексей. It's Alexei. You know Alexei. Sure. So he's coming with a bunch of people. Is that okay? You can go upstairs. Thank What's you. The number? It's a surprise. You have to figure it out. Это? Чтобы не было пере... Упс, Олег, привет. Олег, привет. Ты не в трусах, надеюсь? В трусах. Ты выглядишь как Вуди Харрельсон, знаешь этого актера? Такой же загорелый. Привет. Рад тебя видеть. Извини, что мы так прям сразу... Ты же снимаешь? Да, снимаю. Что мы сразу к тебе... Это Маша. Смотри, Олег, это наша команда. Это оператор второй. Маша будет вести машину. Пошло и загорело. Снимай. Нажимаешь? Все, понятно. Весна, нет, так замазала, да, фольклорно. Больше на себя. Вот так. Твоики, затанцую ради сады за тихи, до смерти убью. Эх! Очень круто. Раз, два, три, четыре! Прийшов у садочку,
зуля кувала, а ти ж мене галю, дай не шанову, а ти ж мене галю, дай не шанову. Стелися первинку, буду поливати, вернися, Іванко, буду шановати, вернися, Іванко, буду шановати. Слайд, хай!